второй аукционист. Ну и все, я думаю, на этом хватит добирать карты. Следующим ходом выбираем свирепый вой, убиваем Хакара. И все у нас прекрасно, все по комбинации. Мастер Зихи, который просто уничтожает нам все кристаллы маны. Всем привет, друзья! Сегодня сделаем обзор Хакара Друида, и в его основе лежит тот же самый Мил Друид с Вихлепыхом, но вместо Азалины здесь используется уже Хакар, который замешивает предсмертным хрипом порченную кровь в колоду каждого игрока. В отличие от Азалины, Хакар более эффективен, так как благодаря порченной крови позволяет закончить партию победой намного быстрее. И кстати, наличие культиватора и ветви Древа Жизни является вовсе не обязательным, так как наша полная комбинация в любом случае выполняет не за один ход, и этот момент вовсе не критичен. Итак, любую игру можно разделить на несколько этапов. На самом первом этапе нужно будет постараться как можно быстрее прокрутить колоду, поэтому в стартовой руке оставляем возможный добор. Идеальными будут гнев, свирепый вой, служители боли. Как бы странным это ни звучало, но на следующем этапе также продолжаем добирать карты, но уже с гоблина аукциониста. Под ним очень легко прокрутить колоду дешевыми заклинаниями, такие как луны, огонь, наскок. Проект по биологии рекомендую все-таки играть только под аукционистом, чтобы не давать сопернику ранний разгон, что может для нас же плохо и закончиться. Итак, карты в колоде у нас вот-вот закончатся, самое время разыгрывать нашу комбинацию и ставить точку в этом противостоянии. Сперва разыгрываем Хакара, затем озарение, и добивать Хакара лучше всего забафанным броней и оберегом, так как близость к природе нам еще пригодится. И как итог добивания Хакара, порченная кровь замешается двум игрокам. Первая порченная кровь и начало фатига бьют не очень сильно, и если у вас накопилось достаточное количество брони, то даже со столом соперника этот ход можно будет без проблем пережить. На следующий ход разыгрываем Вихлепыха, меняемся колодами соперником и разыгрываем две близости к природе. Помимо урона от фатига, соперник начнет добирать порченную кровь, которая будет замешиваться в двойном размере и наносить все больше и больше урон. Порой для реализации комбинации бывает достаточным и одной близости к природе с Вихлепыхом. Следует учитывать один важный момент. Соперник должен обязательно проиграть после разыгрывания комбинации, иначе он просто-напросто на свой ход разыграет выкуп с Вихлепыха и обменяется колодами обратно, и тогда вы уже точно не победите. Если все прошло как нужно, то чаще всего урон от реализации комбинации бывает просто предостаточно. Также еще не отметил комбинацию Служитель Боли плюс пиромант и дешевые заклинания, которые также неплохо добирают карты, к тому же и зачищают стол. Благодаря одному зову Чищобу можно свербовать одно из этих существ и еще поднять броню, что вдвойне эффективно. Также, если у соперника осталось совсем мало здоровья, разыгрывать Хакара вовсе не обязательно, можно просто обменяться колодами и добить соперника фатигом нашей закончившейся колоды. Ну что ж, давайте возвращаемся в игру. Играем против секрета охотника, учитывая то, что нерфа охотников еще не было, это очень сильная колода. Просто выставляем на стол служителей боли и надеемся добрать побольше карт. Скорее всего, охотник нас никак овердровнуть не сможет, к тому же кидает обходной удар нашего служителя боли. Это все-таки прекрасно. С каждого служителя боли в итоге получается добрать по одной карте, а дает даже метку. Но метку он здесь вряд ли в кого-то еще бы мог отдать. Метка, в принципе, для него идеально. Окей, аукционист. Проект биологии. Начинаем прокручивать нашу колоду. Гнев. Гнев лучше, конечно же, дать на 3 единицы урона. С аукционистом мы и так карту получаем. Можно отдать одно озарение и пробафать нашего аукциониста. Тогда уже его тем более никто не убьет. Волка мы, самое главное, также забрали. Команды взять, в принципе, не убивает аукциониста. И, кстати, этот охотник теперь должен пожалеть о том, что отдал свою метку охотника. Но у него может быть вторая, но с зова зверей он не найдет эту метку. Ну, пожалуйста, только не яд со Острозубой. Это массивность, это таунт. Идет гиена и еще прыгала бы.
Ну, тогда он будет ударяться в аукциониста, это точно, чтобы забафать эту гиену, но у нас есть прокачанный оберег, и у гиены только 5 здоровья. В таком случае имеет смысл даже разыграть яростного пироманта и добить гиену как раз-таки оберегом. И продолжаем дроваться. Только сперва поднимем броню, начнем добирать карты. Острозуба мы также убьем, соответственно, пиромантом. Поднимаем броню, добиваем гиену, и того можно еще даже проюзать наскок, аукционист умирает. Ой, пиромант умирает, а аукционисту больше никто урон не наносит, еще и лунный огонь, еще и проект по биологии. Ну, отлично, отличная прокрутка, еще и дубовая кожа, аукционист просто творит чудеса. У нас, кстати, есть и второй аукционист, находим лихлепых, и на этом наш добор заканчивается, остается всего лишь 4 карты в колоде. Со вторым аукционистом, я думаю, мы завершим нашу прокрутку. Либо, если он даже этого аукциониста не убьет, то мы используем нашу развилку. Но идет оберег под тундровым люторогом и находится ответ на нашего аукциониста. Но этого люторога нужно добивать, хотя у этого охотника всего лишь 2 карты. Не, здесь ни в коем случае люторога оставлять нельзя. Поднимаем броню, бафаем наш оберег. Даже лучше доберем сперва одну карту, а недостающую броню получим с вербовки. Если этого люторога не забирать, то вся вот эта наша накопленная броня может быть легко уничтожена за счет всех зверей, всех тех зверей, которые охотник призовет с рывком. Это будет крайне непозволительно для нас. И в итоге Хакара мы не сможем реализовать. И к тому же здесь разыгрывают Зулджин, то есть сейчас будут призваны все те самые обереги, и они были бы с рывком. Идет метка охотника, и зов хозяина, кстати, также добирает зверей охотнику. И вот они, 4 волка, обходной удар, кстати, своего же волка, он умирает. Питомец, и это кабанчик. Ну блин, кабанчик, он нанесет вот эти самые 4 единицы урона. И озарение у нас остается все еще в колоде. Красиво реализовать Хакара все равно не получается, потому что озарение у нас все еще в колоде. И к тому же нам пришлось слить забафанный наш оберег. На самом деле здесь все-таки нужно было рисковать играть Хакара, потому что у охотника все равно нет ни одного сайленса в колоде, нет никаких превращений. И по сути на Хакара у него ответа все равно не было. Ну ладно. Постараемся прожить еще один ход, и тогда на следующий ход точно пойдет Хакар. И дальше уже будем его добивать вместе с Вихлепыхом. Главное сейчас тупо пережить этот ход. Я уже чувствую, как начинают великие аналитики Хардстоуна писать свои гневные комментарии под этим видео. Как ты мог не разыграть Хакара на прошлый ход и пропустить реализацию комбинации намного раньше? Ну что ж, бывает, попробуем выиграть и так. Гиена падальщица и топорик летит в лицо, значит, он не будет трогать аукциониста. Но это правильно, конечно же. Охотник вынужден меня добить прямо сейчас, как можно скорее, до того, как я реализую комбинацию. Вот оно заходит озарение. Оно уже, конечно же, абсолютно бессмысленно. Играем Хакара и надеемся, что никакого ответа на него все-таки не будет. Да, морозная ловушка, очень жалко, потому что все-таки гиену лучше было бы добить нам. Питомец и... Снова Хафер, кстати, лег был бы еще хуже, потому что тут 5 зверей на столе уже есть. И если есть, как итог, команда взять, по сути, у охотника уже есть летал, остается 5 маны. И за такую ошибку накажет ли нас охотник? Секрет, остается 3 маны на команду взять, и это жуткий крот, ребят. Ну, жуткий крот летала явно не дает, Фатик нас бьет только на 1. В таком случае мы разыгрываем Вихлепыха, меняемся колодами и просто добиваем нашего Хакара близостью к природе. Но первый Фатик охотник будет получать без крови, потому что кровь замешивается уже только после смерти Хакара. И вот уже следующей близостью к природе мы можем без проблем этого охотника добить, потому что порченная кровь уже у него в колоде. Замешивается еще 2 порченные крови, которые наносят уже 6 единиц урона. И как раз-таки в свой ход охотник должен умереть. Кстати, получает еще 4 единицы
Фатига, заканчиваем ход, из топ-дека заходит порченная кровь, которая наносит уже целых 12 единиц урона и плюс фатиг на 5, и тут это уже явно летал. Так что, охотника, ребят, мы с вами побеждаем. Повезло, конечно же, в том, что охотник нас не наказал. Но это еще раз показывает то, что колода обладает неплохим таким запасом по здоровью для винкондишена. И следующий наш соперник, и это паладин. Ну, паладины в основном сейчас играют нечетные и ОТК паладины, всякими гневами небес. И, кстати, против нечетного паладина яростный пиромант и служитель боли с дубовой кожи будут ну просто идеальными. Против зачистки мелких пехотинчиков, к тому же, сможем добрать карты. Близость к природе явно вначале не нужна будет, но пока будем отмахиваться чистой обилкой, потому что пироманта просто так на стол, конечно же, я ставить не буду. Пока просто ударяемся. Можно, кстати, на следующий ход просто так поставить служителя боли, и тогда он, наверное, точно что-нибудь доберет, и это собиратель сокровищ. Да, это было понятно изначально, что это какая-то вот такая версия паладина, потому что обилка все-таки не улучшенная. И тогда сейчас добираем так же, как и паладин, карту. Да, он сам разменивается, ударяется служителю боли, дает нам карту, и это свирепый вой. Подкрепление, и это отличный ход для нас, потому что мы сейчас бафаем служителя боли, ударяем пироманта нашего же служителя боли, добиваем пехотинчика, у нас есть стол, есть карты, можно еще карту даже добрать, поднимаем броню, и стол есть, добор есть, все прекрасно, нужно будет просто найти, постараться аукциониста, и серебряный клинок будет ударяться в... Конечно же, пироманта, да. Хотя... Хотя можно было добить и служителя боли. Но, видимо, он не хочет, чтобы я жарил его же юнитов. Тогда мы добираем еще одну карту с лунным огнем. Служитель боли приносит просто баснословное количество карт. Но отдавать здесь что-либо еще у него не вижу смысла. У нас есть Вихлепы, Хакар, Озарение и Близость к природе. Это все ключевые карты. Но если что, доберем еще карты со служителя боли. Будет ли добивать нашего служителя мечом? Да, добивает, сейвит своего лишь собиратель сокровищ и даже монетка. Что еще за 4 маны? Новая пушка? Нет, просто подкрепление. Да ладно. Возможно, был мисклик, он отдал монетку. Вербовка уже ничего не дает, поэтому кидаем пироманта, еще одного служителя боли, и также жарим стол. Можно, конечно, отдать одно озарение, но особого смысла я в этом не вижу, пока нам и так карты придут, даже если будет освещение, и, скорее всего, аукционисты вот-вот уже должны зайти. И да, есть освещение у паладина. Но освещение не так уж и сильно, потому что остается только 2 маны. Мы добираем гнев. Гнев нам также дает карту. Броня, кстати, у нас также поднимается. Заходит проект к биологии. А что, с гнева придет? И это наскок. И на этом наш добор заканчивается. Зов чещебы ничего не дает. Просто поднимаем броню и апаем наш оберег, да? Возможно, да, нужно было постараться больше карт добрать с того служителя боли, но... По сути, прокрутились мы уже очень сильно, и это тыкал, который меняет здоровье паладина на броню, да. Окей, придется с развилки добирать карты, правда, у нас уже очень и очень много карт в руке, поэтому поднимаем броню. Нашли добор с гнева, еще прокручиваем колоду. Добираем карту, и это еще один проект по биологии, итого у нас 9 карт в руке. Ничего не остается, как прожать обилку, и остается 8 карт в колоде, да? Да, аукционистов до сих пор нет. Окей, пропускаем ход, ждем. Ничего просто не остается делать. Рано разыгрывать Хакара, смысла я не вижу. Идет гребнистый скакун, бафы, тыкалы. Но это всего лишь 5 урона. А мана-то вся истрачена, по сути, у паладина. Не очень агрессивная, это близость к природе. Да. 10 карт в руке, остается только скидывать наскок, как одну из совсем не ключевых карт. Давать разгон,
Пока смысла не вижу паладину. У него как раз таки 9 мана. Ну, была бы 10, но все равно. Проект по биологии будет лучше смотреться все-таки под аукционистом. Это как озарение. И да, заходит гоблин-аукционист. Ну, давайте тогда оставшиеся карты мы с вами сейчас доберем. Разгоняемся. Можем даже наскок проюзать. Хотя смысла в этом я не вижу. Развилка. Развилку будем отдавать уже на броню. Полностью понимаю броню. Того у нас уже 30-ка. Остается только 3 карты в колоде. Ну, нужно еще 2 спыла добрать, и я думаю, хватит. Оберег. Оберег. Один забафанный есть. Этот, в принципе, уже не критичен. Второй аукционист. Ну и все, я думаю, на этом хватит добирать карты. Следующим ходом добираем свирепый вой, убиваем Хакара. И все у нас прекрасно, все по комбинации. И это Маджимастер Зихи, который просто уничтожает нам все кристаллы маны. И даже возвращает Маджимастера, то есть даже если я разгонюсь по мане, либо через 4 хода, либо через 3 этот... Паладин снова его выставит. Ну, здесь уже все очень плохо. Аукциониста точно нужно разменивать. У нас есть, кстати, 2 озарения, да? Но это всего лишь 8 маны. Нужно пока подождать. Броня пока позволяет. Но, скорее всего, просто через ход. И явно не сейчас. Зихи будет просто заново разыгран. Лечится паладин. И... скидывает карты, чтобы я не мог обменяться с ним колодами. Поднимаем броню. Оберег отдаем, убьем панду хотя бы. Как вариант, можно было дать близость к природе, 2 озарения вихлепыха, выкуп бы сгорел, но толку все равно не будет, потому что пойдет новый матчмастер, Хакары мы не разыграем никак. Мне просто не хватает маны даже тупо разыграть вихлепыха и обменяться колодами, чтобы меня не бил фатиг, чтобы у него сгорел выкуп. Просто новый матчмастер разыгрывается. Давайте мы его хотя бы убьем, чтобы он его никак просто не мог вернуть в руку, и если еще хотя бы... пару ходов переживем, то какой-то шанс еще может быть будет. Хотя если мы замешаем еще и порченную кровь, и там уже паладин просто выставляется по максимуму, чтобы постараться как можно быстрее нас убить. Да. Уже фатиг бьет на 3, и это очень-очень много. Паладин склил все карты, поэтому даже обменяться картами с ним... грамотно не получится, выкуп точно у него помещается. Да, очень-очень неприятная карта этот Маджимастер Зихи, которая может просто обломать практически любую вот такую комбинацию. На самом деле очень редко увидишь эту карту, только в каких-то мидрейндж колодах. И я думаю, вероятность встретить такого соперника, ну просто крайне-крайне мала. И против нас снова охотник, Крамкэтч. И кстати, это снова тот же самый охотник, который играл против нас в первой партии. Гнев оставляем, близости к природе, конечно же, замешиваем. И хлепых в начале, но это такая себе... карта в начале, это все-таки карта комбинации. Так, первого хода все равно нет, пропускаем ход. И у охотника снова крот, жуткий крот, это первый его дроп. И, кстати, в прошлой партии он тоже разыграл крота. Ну, давайте доберем хотя бы карту с крота. Наносить 3 единицы урона, конечно же, не вижу смысла, а вот добрать карту к нам крайне важно будет. Скорее сейчас разуб и адаптация. Адаптация на Нисовство Ветра. Ну хотя бы не плюс 3 атаки, хотя бы Нисовство Ветра. Главное, чтобы большего увеличения урона не было. Ударяться смысла не вижу, потому что у нас нету все равно пока никакого урона. Размаха в колоде нет. Идет зов хозяина, добирает еще зверушек. И сейчас, кстати, можно... вербануть нашего аукциониста и, в принципе, даже зачистить весь этот стол. И получается, мы как раз-таки правильно на прошлом ходу не ударялись, минимизировали свой урон. У аукциониста... ой, у пироманта остается 3 хп, но это идеальная цель для
обходного выстрела, но обходного выстрела, похоже, нет. Идет прыгалап и затем адаптация на него. И искрящий щит, но в таком случае он не убивается. Вторая рысь натиском не добивает, поэтому пропускает ход. Тогда мы здесь сперва берем карты. Еще карту, я думаю, нужно брать, пока есть такая возможность. Заходит проект по биологии и поднимаем броню аукциониста и защищаем без проблем с двух заклинаний весь этот стол охотника. Самое главное, пиромант еще жив. Но добора, к сожалению, у нас больше нет никакого. Питомец, и это Лёк. Лёк — это, в принципе, вообще совсем не страшная цель. Главное, не хафер, который бы мог добить нашего пироманта, но идет монетка, и команда взять пироманта все равно забирает охотник. А, земляная чешуя. Да, совсем ни о чем пока, поэтому просто прожимаем мобилку. Ждем, ждем хоть какой-то добор. Аукционисты снова не торопятся к нам в руку. Они сейчас крайне-крайне важны, потому что у нас уже шестой кристалл маны. Осветительная ракета чисто ради добора. Остается три маны и просто секрет. Но охотник не очень сильно нас давит. Совсем не очень. Развилка. Но это хоть какой-то добор. Придется здесь вторую развилку кидать чисто в добор, не в поднятие брони. И это пиромант. Добираем еще одну карту и служитель боли. Окей, даем служителя. Это не снайперский выстрел. Скорее всего, как-то без добора, да, забрать служителя боли у него не получится. Ударяться мы, конечно же, не будем. Потому что очень великая вероятность нарваться на морозную ловушку вот под пиромантом и служителем боли карты. Мы как раз-таки добираем, потому что охотник взял и проигнорил нашего служителя. Но это, ребят, наш шанс сейчас зачистить весь этот стол и добрать большое количество карт, как минимум 3. Так, пироманта выставляем, нужно бафать ему здоровье, чтобы он мог 3 раза жахнуть по этому столу. Плюс ко всему у нас забафался оберег, лунный огонь. Ну, а давать проект биологии как-то... Ах, приходится отдавать проект, чтобы добрать карты. И давайте доберем еще 2 карты за счет гнева и служителя, более свирепый вой. Отличная карта. Добираем карты. Все. Кстати, можно было разыграть и второго служителя боли на пустой стол, но 2 пироманта уже ушли, добирать карты так же красиво уже не получится в любом случае. И ловчий смерти Рексар без обилки, чисто чтобы раскопать зверя. Ну, Рексар значительно замедляет охотника по нашему добиванию, что, конечно же, не может не радовать. Скорее всего, будет на оставшиеся 2 маны уже секрет, потому что раскопать зомбозверя за 2 маны крайне тяжело. Заходит Хакар. Тогда ставим служителя боли. Заодно снова проверяем секрет. Нет, это не снайперский выстрел. Лунный огонь пока хочу оставить под аукциониста. Остается в колоде еще пока только 7 карт. Зомбозверь, и это в инвизе кровосос. И снова копает зверя. Ну, 7 урона в инвизии, я ничего не могу с этим поделать. И тогда просто добираем карты с лунных огней. Лунный огонь все-таки хотелось оставить под аукциониста, но сейчас заходит наскок, что также неплохо. И свирепый вой. Аукционисты просто самые последние. В последних 3 картах 2 аукциониста. Тут уже на них надеяться не имеет никакого смысла. Тут нужно добирать карты за счет каких-то других возможностей. Аукционисты уже просто бесполезны. И давайте поставим все-таки служителя боли. Пусть он нас попытается овердровнуть. И на самом деле это будет только во вред охотнику. Мы уже все секреты лицом проверили, поэтому можем без проблем ударяться. Самое идеальное, чтобы охотник добил служителя боли, позволил нам добрать карты. Потому что дальше будет Хакар, озарение, пробафы на оберег
и просто потом меняемся колодами. Бафует гиену бешенством. Гиена, кстати, с рывком, если она будет бафаться... А бафаться она будет, скорее всего, рысью ударит. И да, охотник нам позволяет добрать карты. Итого, следующая карта у нас сгорает. И топ-дек также сгорает, но мы зато выходим на фатик, разыгрываем Хакара, озарение. И просто наш оберег, который позволяет добить Хакара. Итого... Замешиваем порченную кровь. Первый урон с порченной крови, конечно же, нам придется получить. К тому же урон от этого стола. Но у нас есть 15 единиц брони. И это 29... 39, то есть, единиц здоровья. Этого, я думаю, должно быть достаточно, чтобы пережить 1 единицу фатига и 3 единицы урона от порченной крови и от всего стола охотника. Летала, я думаю, он вряд ли найдет. К тому же он потратил 2 маны на раскопку зомбозверя. Идет рух на сетка и зомбозверь с рывком, и который дает атаку всем зверям, но этого явно недостаточно. Остается 20 единиц здоровья. Порченная кровь бьет на 3, фатиг на 1 теперь прилетает. И все, замешиваются уже 2 порченные крови. Меняемся колодами, 2 близости на зверей охотника, и всю мощь порченной крови сейчас этот охотник получит. Наши наскоки не активны, это значит то, что летал уже есть, и никаких действий больше выполнить нельзя, и можно просто понаблюдать за всем этим мега-уроном охотника, который охотнику прилетает, и это просто только начало. Это первая волна порченной крови, дальше идет фатиг, и следующая волна. И даже эту волну порченной крови, я думаю, охотник просто не переживет. Сейчас уже 8 порченных карт замешивается охотнику. Итого это 24 единицы урона, ребят, без фатига. И уже просто минус 10, минус 13 здоровья и фатиг аж на 3. И новые карты, и на 4 фатиг, и минус 20 урона. И это очень и очень жестко. Эту комбинацию вряд ли кто-то сможет пережить. Даже с большим количеством брони. И против нас паладин. Паладин против нас уже встречался, и он как раз-таки и играл Маджмастера. Наскок озарения в стартовой руке, конечно же, оставлять не будем. Короля Вихлепыха тоже нужен. Какой-нибудь добор. В любом случае, развилка нам, кстати, подойдет для этого. Добор, конечно же, в идеале сослужителю более было бы получить. Так, близость к природе не очень. Кстати, играем против именно нечетного паладина. Это довольно-таки агрессивная колода. И уже начинается проспам заблудившихся джунглях. И заходит яростный пиромант. Самый лучший дроп против массового проспама. Пока, конечно же, пироманта просто так выставлять на стол не будем. Будем по возможности отбиваться своей лишь обилкой. Просто призывает еще пехотинчиков. Ну что, будем жарить. С помощью пироманта. Думаю, да, он 4, даже 3 хп не заберет. Плюс бафает соберег. А дальше можно продолжать жарить уже с помощью развилки. Пиромант здесь крайне полезная карта. Разыгрывается защитник холмов, но это не очень агрессивная карта, которая к тому же стоит все 3 маны. И пироманта мы можем без проблем его забрать. Заходит еще одна развилка, но в таком случае просто грех не отдать развилку всю в добор. К тому же пиромант несет недостающий урон за счет разыгрывания заклинания, и защитника холмов мы легко проходим. Так, Хакар у нас уже есть, есть также служитель боли. И плюс можно сперва со служителем боли подроваться, чтобы не тратить нашу развилку. Но этот пиромант просто делает игру, он не позволяет сопернику выставляться, ничего делать и держит нас в безопасности. Этот пиромант просто красавчик. Итак, 5-й дроп. И это вождь Северного Волка, которого мы просто-напросто убиваем с помощью нашего прокачанного оберега, ребята. Окей. Оберег даже можно было забахать и на 6.
Пиромант продолжает давать карты за счет служителя боли. К тому же у нас появляется здесь гоблин-аукционист. Это просто прекрасно. То есть даже если служителя боли заберут, и продолжение игры у нас уже есть. И этот паладин просто сдается. Он просто не мог найти ответ на нашего пироманта с служителем боли. Такое вот бывает.